Это замечательное, хорошее, великолепное, светлое будущее. Кстати говоря, из вас многие могут стать лидерами, может быть, кто-то станет старостой группы, может быть, кто-то добьется должности председателя студенческого совета здесь, и это будет его первая должность, я надеюсь, совсем скоро, может быть, он будет, как господин Нарышкин, возглавлять наше законодательное собрание России там, наверху. Поэтому все начинается с элементарного, с листочка бумаги, который находится у вас в руке. Есть, называется, анкета? Есть? Вот, да, поднимите ее повыше. Вот, может быть, с этого маленького листочка начнется ваш жизненный путь вперед. Выше, выше. Только помните, чем выше заберетесь, больнее падаете. Будьте аккуратны на лестнице вверх. Заполняете специальная комиссия студентов, которые в прошлом году, в позапрошлом году были в этой школе актива студенческого лидера, сделают отбор, и только 100 студентов-первокурсников поедут в первых числах октября месяца с ночевкой на школу лидера военмеха. Двухместное размещение, 22-разовое питание, хороший воздух, солнце. Что? Ну, насчет спектакля. Ну, чтобы вы не похудели. Да, Олег? Ну, в общем, это надо заполнить и отдать девушкам. Вот они находятся на выходе. Ее из-за коробки, правда, не видно. Вот так лучше. Не поднимай высоко, чтобы лицо видели. Отлично. Поэтому отдаете туда, или если не успеете сегодня, то обязательно в ближайшие дни в Управлении культурно-воспитательной работы военмеха нужно обязательно это доставить. Тогда вы можете стать участником этой программы. Если хотите лично поехать, то обращайтесь ко мне, меня найти тоже легко, захотите, найдете, я вам помогу пролезть в эти 100 человек. Ну что ж, остается дать обратный отчет и начать учебный год. Я начинаю с 12, вы подхватываете...